Печенье с шоколадом, покрытое частично шоколадом молочным, с его кусочками, которое родом из Испании, весит 100 грамм. Упаковка в стиле продукции Милка, то есть львовая и немножко в новогоднюю тему. Цена была 89 рублей, что со скидкой. Состав вы можете прочитать на нескольких языках, в том числе на русском. Есть энергетическая ценность, указана на 100 грамм и на 25, которые являются порцией. Форма продукта мелкая, круглая, с выпуклой верхней части бежевого цвета. Кусочки шоколада внутри и снизу цвета светлого и яркого вкусного. Без приторности, даже с неким присутствием соли небольшого, можно есть иногда, съедается быстро, как семечки слегка ломаются, что мне не понравилось. Даже просто лежа в пачке могу рекомендовать. А вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, конечно же, и смотрите новые видео, которых будет достаточно много. Печенье с шоколадом покрыто.